Эй, итак, всех вас категорически приветствую. Продолжаем партизанить. А вот. У нас там что, какая-то новая миссия, новая вылазка. Секретный ингредиент. Так, ну все, по идее, назначены. Давай. Давай начнем тогда, получается, что? Да, я уверен. Подожди, а у меня все партизаны разгружены, там все нормально у них. Вот, камень там у кого-то там. Так. Что у вас? Ну, в принципе, все нужное. Вроде снаряжены нормально. Так, а этот офицер наш, как его? Ну, вроде все нормально. Офицер, блин, почему я его офицером называю, блин? Так, погнали. Да, все, пошли на задание. Ну, все вроде экипированы уже, это все проверено. Давай, на задание. Наша задача – отравить продовольствие, которое немцы собираются отправить на фронт. Угу. Местные оставили для нас яд в тайнике. Тайник в улье на пасеке. Сказали, это самое надежное место. Пчелы, мол, партизанские, фашистов не подпускают. Надеюсь, они нас с ними не спутают. Затем мы должны будем проникнуть на склад и отравить вражеские припасы. Понятно. Чтобы немцы ничего не заподозрили, обставим все как обычный партизанский налет. Нападем на конвой и отойдем с боем. Здорово придумано. Они точно купятся. Слушай, а вот это вот нападем с боем, слушай, нас так-то человек-то вроде немного. Шуметь. Так. Вот еще одна вражина, вот. Опять по кустам ползать. Ну да, что ты хотел, блядь. Торопимся. Не опять основа? Ну, давай, отворачивайся. Блин, мне не кажется, что я тут как-то правильно сейчас сделаю. Но меня же запалят тут, да? Слушай, ну мне в любом случае до этой, до пасеки нужно пробраться. Мне же не обязательно вот этих вот тут выщелкивать. Сюда бы роту пулеметную. Что-то для тебя не забудет. Давай его отсюда. Тихо. Этот мешок, блядь, скидывай. Тихо. О, нихрена себе, тебе граната даже была. Так, ну давай, сейф. Угу. Мне хрен там было мужику мешать. Вот здесь рядышком подержишь. Так. Глядеть в оба. Еще патрики. Потом распределим все эти патроны. Так. С тобой ему что? Вот там мужик, в принципе, ходил. Может, тут не видно, но не видно, по идее. Тебя мы, в принципе, можем метательным убить, чтобы не подходить себе близко, там не палиться. А, хотя можно и заколоть. Ладно, давай. Подведи. И когда же вы закончитесь? Все, давай. Хватаем его. Тащим полежать, отдохнуть. Ножик свой. Спасибо, забери. Держал. Слушай. Еще гранатку давай заберем. Слушай, а в принципе этих шприцев можно закидать их гранатами. У нас уже две штуки есть. Ну, сейчас этот вот подвернется от нас.
Ну, вон ножичком. Все. Вперед. Здесь все. Пофиг, куда-нибудь тоже оттащу. Понадежней. Я не знаю, он. Да, пофиг, сюда давай. Никто его тут все равно не обнаружит. А, братва, что там у тебя? Давай, может, тебя качну как-то. Навыки. Что ты хорошо можешь делать? Цветное убийство полицаю увеличивает шанс победы в рукопашном бою. Но мы тут рукопашим так нормально, в принципе. Ну, рукопашим, в принципе, за одного. Я даже не знаю. Ничья скорость переноски трупов. Тяжелое оружие, либо ему... Ну, в принципе, ему пистолеты-пулеметы начали качать. Давай ему точность вот с пистолетов-пулеметов дадим. Я думаю, то, что надо, да? Слушаю. А, братва, давайте. Как-то вместе. Давай здесь аккуратненько пахаю на пасеку. Опа, опа. Здесь жрать. Ха! Это было настолько тупо. Лови, гад. Так. Пока нас тут не видит. Это мое. Так, это же считается за кусты, это не считается за кусты. То мало ли сейчас станет там. Братва, присмотрите за ним, пожалуйста. Тихо. Я потом вам ваши патроны передам. Закурить есть? Закурить нету. Так, ну чё, где там? Ну, походу вот здесь вот. Ну давай сначала вот это обыщу. Следуем плану. Книга какая-то лежит. Спутник партизана. Лучше. Угу. Так, ну все, яд добыли. Так, теперь нужно отравить им склад. Давайте, братва, сюда подтягивайтесь. Слушаю. За вас папка все сделает. Так, а где этот вэрхаус, как вы говорите? А вот он. Слушай, а мне, наверное, может через поле надо было бы пройти. Давай через поля, через луга. Заодно посмотрю, что у нас творится. Ну, фрицев тут хватает, я тебе скажу так. Троечка. Ну чё, сейчас оббежим. Всем пригнуться. Так, ну здесь только один вход, да, я так понимаю. Через окошко он не пролезет. А нет, слушай, вот еще есть дверь. Так, где мы там остановились? Вот он. Давай, мужик. Посмотрю, есть у него закурить. Закурить у него нету, можно только подобрать его. Хотя что-то он там пытался. Давай тут поваляйся пока что. А, вроде как вот дверь, да. Угу.
Блять. Замок-то хреново. Вообще, давай, может, по другим складам еще пошаримся. Че, куда нам спешить, да? Не хотели, чтобы прям тут типа партизанский. Это не склад, это какой-то коровник, я не знаю. О, вилами давай их колоть. Что ж надо делать? Ну тогда надо от этого как-то избавляться, пока это... Тише, ша. Не-не-не-не-не. Нас тут обнаружат. Блин, а что делать тогда? Не, ну, конечно, перестрелку можно устроить. Но опять же, тут еще три персонажа, они сбегутся. И что делать? Слушай, дружище, а ты можешь посмотреть, что у нас вот тут вот творится? У меня, блин, только один камень, к сожалению. Давай, ну проверь, пожалуйста. Блять, ну он только отворачивается. Замок раскрыть я не могу. Блин, ну зараза, я не знаю, что делать. Давай, короче, наших остальных подтягивать как-то. Они там на другом конце карты сидят. Все, давай, рысью, бегом. Держись подальше от того края, скажем так. Нас не запалили. Ну что, будем устраивать им налет, походу. Что еще делать? Так. Опять по кустам ползать. Ну а что ты хотел? В принципе, мы их тут должны перестрелять, если уже так думать брать, я не знаю. Один может типа тут встать. Слушай, Санек, а ты можешь? Я не знаю, это может для тебя слишком большая дистанция будет. Я, конечно, надеюсь, что нет. Угу. Ты. Ну ты, наверное, начнешь заваруху, потом сюда встанешь. Что дальше? Что дальше? Ну, посмотрим, что дальше. Я не знаю, ну давай так. Беру его тихо. Блин. Задание провалено. Вас обнаружили, отправить зерно не удалось. Отравить зерно не удалось. Но я знал, что это хреновая идея, так что... Я про это знал. В любом случае, тихо надо. Или можешь как-то и начать их щелкать с этой стороны. Ой. Ладно, давай, попробую. Обойду там, посмотрю. Не спеша. Что поделаешь? Давай вот здесь сюда зайду. Смотрю. Так. Тут тяжело. Тут миссия такая, что... Опять же, нельзя тревогу поднимать, типа. Вас обнаружили и все, и пипец. Мне, блядь, дадут сегодня поснимать или как, блядь? Ничего, я надеюсь, блядь, тишина наконец-то. Так, ну что, продолжаем. Блядь, чё я... Ай.
Ну, мне нужны ключи, блядь, от дополнительного входа. Тут можно, конечно, пошариться везде. Давай, что здесь у нас, посмотрим. Тут ящик какой-то, блин, там с пивасом, я не знаю, стоит. Все, ладно, догмасик. Здесь враг. Понять просто обстановку, как говорится. Давай подождем, пока там третий подойдет. Я вот сейчас вот сохраню. Партизаны сохранены, че сохранили? А партизаны заняты. Нифига себе, подожди. То есть, когда ты выбираешь там оружие какое-то, ты не можешь сохраниться, да? То есть, типа, гранату там. Они хотели, чтобы я им тут устроил шороху. Все, давай, последний сейф. Блин, ну и что мне с вами делать со всеми? Ну, там на полях, конечно, я повырезал. Так, внутри хаты ничего нету, да? Забором нас тоже не видно. Тут тоже нету ничего полезного, по крайней мере. Ну давай там, я не знаю, посмотрим, там вдоль дороги, может, кто ходит, как-нибудь выщелкнуть можно. Вот, типа вот этого пацана, который стоит. Шуметь. Ну, кстати, и до этого добраться можно, мне кажется, даже легко. Без каких-либо проблем. Так, ну только пускай поближе подойдет. Ага, а нас этот может заметить. Ну, этот, наверное, будет второй у нас на очереди. Нужно будет этого в первую очередь. Ну что, помаленьку, потихоньку, наверное, как-нибудь там дойдем. По одному там их будем бить. Всем пригнуться. Давай, ты сюда встанешь. Товарищ патрульный. Сейчас уложу. Давай, быга его. Давай. Все. Минус один. Слушаю. Давай, травку с него возьмем, там, что у него там было. Все, отлично. Минус один. Так, теперь надо как-то с тем разобраться. Сейчас вот круговые действия сделаем. Обойдем. Маневр. Как говорится. Осторожно. Ага, вот так вот. Блин, или этого офицера надо в первую очередь бить? Наверное, вот этого надо в первую очередь бить. Подожди, кто там выходит? Так, ну этот нам вроде опасности никакой не предоставляет. Угу. И, короче, когда этот отвернется, мы хватаем его, бьем, я не знаю. Убиваем. Или подожди, или сначала за этим сходить, когда он там пойдет в ангар свой. Коровник, я не знаю. Свинарник. Так. Давай, я знаю, так уж внутрь войти.
А мы проследуем сейчас за тобою. Вот опыт разведки. Уберу его тихо. Да, не получилось. Немножко не вышло. Так, значит, подожди. Нужно попасть вовнутрь. Выхлестнуть того. Ну, чё, походим, побегаем. Чё нам? Давай, сейвец. Конечно, так беспалевно тут бегаем. Здесь враг. Ага. Вот так вот. Так, ну все, там у нас уже не запалят, в принципе. Слушай, не-не-не, нам в эту дверь надо. Так, ну сейчас нужно будет подождать, пока этот выйдет. Нехороший человек. После чего уже действовать. Оттащим вот этого куда-нибудь в кусты. Давай. Все, давай, быстренько со мной пойдешь. Приляжешь, как говорится. Всем пригнуться. Все. Размещайся. Так, ну твой друган следующий на очереди. Давай, сейф. Сейчас подождем, пока он вовнутрь зайдет. Здесь враг. Угу. Он стоит, тупит. Не заходит. Не подведи. Смерть фашистам. Блять, он успел закричать, я не знаю, или что он там. Короче, надо с другой двери заходить, походу. Вот отсюда надо заходить. За ним прямо следом, вот так вот. Хотя, слушай, какая разница? Нам надо, по сути, просто у него этот ножик кинуть и все, пока он не успел повернуться. Ну, либо, слушай, давай наверняка, короче, сделаем, просто я с той двери зайду и все. Ай, ладно, пофигу. Лови, гад. И когда же вы закончитесь? Все. О, смотри, у него, кстати, ключ был. Так, давай его в кусты, чтобы наверняка, короче, сейчас оттащу. Осторожно. Все, давайте в кусты. Ножик. Это мне еще пригодится. Так, блять, этого давай ты выбросишь. Здесь. О, ключик. Отлично. И ключик, походу, от того места, что нам надо. То есть, чтобы зайти с этой двери, с этой стороны. Замечательно, слушай. Не шуметь. Ну-ка. Ага. Так, и сюда как раз идет... Не обнаружили. Не ври, не обнаружили. Лови, гад. Вот. Что ты там? Сейчас поднимет тревогу. Блять, с какого хрена этот вообще сюда зайти решил? Может быть, сюда только один заходит. Осторожно. Так, ну давай последим, я не знаю, ну.
типа what? What the fuck? Или он типа услышал, поэтому решил зайти. Уберу его тихо. Да, он просто услышал, поэтому зашел. Поэтому давай сейчас тихо мы. Просто вынесем это тело отсюда подальше. От греха подальше, как говорится. Все, вот здесь в кустах приляг. Нож. Я верно. Это да. А. Ну чё, отравляем жизнь. Не торопимся. Ну. Облутаемся, он говорит, не торопимся. Ну, потом там. Вот это вот все берем. Спокойно. Вот это вот берем. Вот это вот оставляем тут. Все. Уничтожить охрану конвоя. Сейчас, по идее, типа, ну, с боем он говорил. Слушай, давай этих молодчиков тоже, может, выхлестнем как-нибудь. Правда, как? Заметили. Так, ты ж дальше не видишь? Дальше не видишь. А ты? В атаку? Подожди. У тебя же вроде был нож. А это у Санька был нож. Слушай, возьми-ка ножик, Сашко. И иди сюда. Вы вообще оба идите сюда. Сюда беги, и ты сюда беги. Подможешь мне тут немного. Не мое это прятаться. Ой, черт! Ничего, не заметит. Не заметишь же? Не, не заметит. Все отлично, сейф. А? Санек, иди сюда. Ты в случае чего добросишь? А, так. Слушай, он... Слушай, а давай эту фишку его, типа, с отвлечением попробуем. Прокрадусь потихоньку. Чё будет просто? Ну, такой ходит. Чёрт! Да, понятно. Ну, я попробовал. Короче, этих двоих просто застрелим, нафиг с ними возиться. Осторожно. Не засекут. Не засекут, не переживай. Так. А ты? Жду приказа. Ты где вообще? А, там стоишь. Давай сюда. Сюда бы пулеметную роту. И не говори. Санек у нас, конечно, не в самом безопасном месте стоит. Вот опыт разведки и пригодился. Не обнаружи, не подведи. Аккуратно. Так. Не шуми. Блять, мочи вот этого козла. Отлично. Все, все. Блять, Санька ранили. Сука, опять лечить его придется. Хреново сыграл, хочу переиграть. Пригнуться. Так, ну чё, давай. А чё давай?
Возвращаться этого офицера надо вырезать, да? Того я оставил в прошлом и не добил. Страшновато. Слушай, Санёк, подожди, а ты можешь, короче, навыки, может, тебя тоже метать как-то оружие получится? Угу. Ну, типа, рогатка, он может на расстоянии оглушить кого-то. Слушай, а давай. Вроде выглядит прикольным. Но это только для полицаев. Слушай, тогда, Санёк, иди-ка ты сюда. Санёк, пожалуйста, иди сюда. Глушанёшь, короче, вот этого жмыха. А ты ножичком, короче, метнёшь вот в этого. Да не заметили, не переживай. Все хорошо, все продумано. Просто сделаем все аккуратненько. Так, Сашка. Джи, короче, бери. Прямо в тыкву. Сейчас, все. Давай, пока этот не очухался. Все. Аккуратно скидываем его в кусты. Угу. Давай, бери этого быстро. Ну, тоже в кусты его. Подальше отсюда. Ножик. Мое. Здесь. Так, народ, давайте я вам тут немного распределю амуницию, скажем так. Потому что мы уже перегружены. Так. Ну вот это вот Саньку давай. Че, на, вот это еще потаскай. Вот это вот тоже Саньку надо. Это тебе, это твои патроны. Давай, вот так хотя бы сделаю. Ну, в принципе, там по хавке, я не знаю. Вот так вот. Ну все. Распределили немного. Так, ты давай возьми оружие, смени, потому что... Слушаю. У нас что? Есть работа. Тебе это ни в чему нож. Здесь неплохая гагатка. Здесь враг. Да, чё там этот уже? Так, ну нам опять же там этот офицер мешает. О, обнаружил тебя. Не ври. Сейчас этого офицера сниму. Давай сюда. Короче, когда этот жмых отвернется. Все, давай. Работаем. Подведи. Все. Смерть. Сучка. Хреново, ну чё могу сказать. Нас заметил. Осторожно. Глядеть в оба. Прокрадусь потихоньку. Заметил.
Все нормально, не ссы. Не обнаружили. Слушай, а чё ж ты мне первый раз-то не обнаруживал-то, а? Или то, что там за скамейкой обходил? Ну вообще, это то, что нужно сделать. Как ни крути. Просто тайминг я немного не очень поймал. Сейчас уложу. Давай, пока этот не видит, хватаем его, убежим отсюда. Прокрадусь потихоньку. Пока он не повернулся. Ну, видите, тут все дело в тайминге было. У нас есть работа. Моя верная финка. Да. Ну все, этому пипец уже. Все, давай, отворачивайся. Пригнуться. Ну, вот сейчас дождемся. Прокрадусь потихоньку. Санек этого вырубить не сможет. Типа высокоуровневый. Всем пригнуться. Давай. Беру его тихо. Все. Слушаю. Спасибо, что подержал. Ну слушай, разобрались, блин, вроде как. Пацаны, давайте опять же вместе. Как-то. Мало ли перестрелка, мало ли что. Нам еще и тех выхлестывать, короче, ребят. А мы на этом давайте серию уже завершим. О, с вами был Зазепа. Лайкосик, подписочка. Всем пока.